появились странные поклевки. Постоянно кто-то задевает за леску, а при этом насадку достаю. Либо она совсем новая, либо ну, такая слегка помятая, но без признаков контакта с рыбой. Решил, что это, скорее всего, рыба задевает за основную леску. И стоит она где-то ближе, чем я выбрал точку. Вот сейчас изменил дистанцию, подмотал 10 оборотов и сразу поймал окунька. Крупнее. Ух. Осенняя ловля, конечно, очень такая капризная, а на реке вдвойне. Надо, чтобы совпало хорошее настроение у рыбы, правильное место выбрать, где она именно в данный момент находится. Летом или весной, конечно, таких проблем нет.